Поменял, короче, этот вентилятор. Это вот родной. Вот такой вот. Но мои первые впечатления, это в принципе это лучше, чем родная херня. Вот сейчас поиграл в нее с этим вентилятором. В игрушку Evil West. Ну, меньше шумит. Ну, конечно, шум никуда не пропал, да? Это понятное дело, что это никуда не денется. Вентилятор, он есть вентилятор. Вентилятор. Так что, в принципе, да, он то, что вот было задумано, что он тише, да? Он реально тише. Он не раздражает, во-первых. Этот вентилятор, он малёх раздражительный. Он прям такой шумит. Вот если даже присмотреться туда, да, глянуть. Немного даже разные, как бы, исполнения. Так-то он, в принципе, одно и то же, но маленько он это другой. И все равно он тише играет. С ним играется. Так что мне понравилось. Как бы херово бы все равно бы не было, да, вот с этим вот, то он меня вообще раздражал. Я в последнее время вообще не играл на Steam Deck, потому что как ты не включишь какую-нибудь игру, так у тебя просто ты слушаешь один шум, реально. Стоит такой гул мощный. Это, кстати, пиратка. Сейчас я запускал. Кстати, хорошо играется. Нормально. Лучше, чем пиратская. Atomic Heart. И вот тут прям вот реально тише. И даже вот сейчас в менюшке, да, вот он прекратился. Охлаждать. Вот этот бы старый, он бы все крутился бы. Но шумел точнее. Он по-любому сейчас крутится. Да, он крутится. Чувствуется. Жар идет. Но он не такой громкий. Чудеса. Вот здесь такая вот подставочка такая. Стимовская. Кстати, оригинальная. Не делал обзор. В принципе, на нее особо не вижу смысла на нее делать какие-то обзоры. Подставка как подставка. Маленькая пыль собирает, резиновая хрень это. Нормальная тема. Мне, в принципе, подходит. Нормально свою функцию выполняет. Вставляется. Держится прекрасно. Подводится шнурок сверху. Да, вот так вот. Ну и все. Нормусик. По минусам, конечно, этой штуки я заметил, что ты жесткий диск не подключишь, да, без питалова. Ну, допустим, вот этот диск, он без питалова не запустится. Нужно все равно питалово подключать к этой подставке. Да? Это Steam Deck, ой, как она называется, док-станция. Тогда уже запускать.
Также, что касается HDMI выхода на телевизор, тоже надо питалово. Ну, как бы вот питалово нужно везде, в принципе, я думаю, потому что без него никак. Но то, что я заметил, ну, я думал, что как бы док-станция есть док-станция, она как бы сама по себе, ты включаешь все, и можно типа через нее заряжать. Нет, надо, если хочешь жесткий диск, то питание. Хочешь на телевизор, питание. Это хорошо, что только одно, да, что... Кстати, в комплекте шла своя тоже родная зарядка, как и Steam Deck, точно-точно одно и то же. Ну, короче, положили у меня теперь два зарядника получается. Ну, как-то так, такие новости по этому вентилятору, кстати. Уже почти перестал дуть. Ну, я скажу, что не супер, конечно, он убирает звуки, да? Звук вентилятора. Ну, убирает, конечно, намного лучше. Но он, в принципе, недорогой. На Алиэкспрессе я там нашел самый дешевый. Там очень мало было заказов, наверное, сейчас будет дороже. Ну, когда китайцы, наверное, видят, что заказов много происходит у них, да, они повышают цену, они так всегда так делают. Ну, по крайней мере, я так заметил. А когда продавец, ну, новый товар выставляет, он дешевый сначала, но потом повышается, потому что спрос начинается идти. Не знаю сейчас, сколько там продаж у него. Ну, кому интересно, я оставлю ссылку. Посмотрите на вентилятор этот. Я доволен, кстати, покупкой. Нормально. Я думал, будет хуже. Как бы я иллюзии не питал, да, насчет этого вентилятора, потому что чудо, конечно, не произойдет, так как это все равно, как-никак, что-то крутится, что-то выдувает, что-то вылетает, да. Но меньше, меньше, намного меньше. И намного спокойнее играть началось. Да, игровой процесс. Потому что, ну, это реально, он просто как пылесос, блин, включаешь его, то он и жужжит, бесконечно, вот, на одном уровне начинает вот он выдувать, конечно, такое себе. Может быть, позже, а, кстати говоря, что могу сказать, когда я его купил, да, год назад, Steam Deck этот, там вообще просто был ужас, там про такой ужас был. По поводу вентилятора, что он так гудел. Там что, даже в меню открываешь, он как бы, ну, в меню лазишь вот этих игр. Что-то тут даже начинал пыхтеть, там вообще выдувать что-то, кого-то. Да, но потом подтянули эту часть. Программное обеспечение подтянули. Он стал более-менее нормальный, а поначалу было, конечно, все сырое. Ну, как и все это сырое было. Да, такое. Ну, потом лучше стало, намного лучше. И кто владелец Steam Deck, тот знает, если с самого начала кто имеет этот аппарат, понимает, о чем я говорю. А так вот, по замене, да? В принципе, хорошая штука. Не знаю, что с этим делать, вентилятором. Ну, оставлю пока, пускай будет. Там, может быть, его. Может, кому-то пригодится, продам, не знаю. Ну, или выкину. Тут дело такое. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи в играх.